Эта невероятная история произошла в конце декабря. Жители села Триглаш Ужгородского района Украины заметили на железнодорожных путях двух собак. Подойдя к ним поближе, люди были поражены самоотверженностью пса, который двое суток, рискуя жизнью, оберегал свою травмированную подругу. Пользователь Фейсбука Денис Малафьев рассказал на своей страничке о том, что ему позвонили друзья, которые обнаружили неразлучную парочку на заснеженных рельсах. Подойдя ближе, они увидели, что одна из собак сильно травмирована и не может передвигаться. Второй пес не отходил от нее ни на шаг, согревая раненую подругу теплом своего тела. Несколько попыток убрать животное с рельс оказались тщетными, так как кобель всячески защищал ее от нас, рассказывает Малафеев. В один момент я увидел надвигающийся поезд, и мне стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал. Ребята, кобель это делал двое суток подряд. Вдумайтесь только, он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себе опасности каждый раз. Я не знаю, как это назвать, инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно, не все люди так могут, это поучительно для нас. Люди пришли парочке на помощь, забрав собак с железнодорожного полотна и переправив в приют. Сейчас четвероногие поправляются и ждут, когда их заберут хозяева. Если вас тронула эта история, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео.